А, ты... Я с вами. Yeah!
Чего же ты ждешь? Okay.
Хайра, воин, тебе нужна помощь опытного наемника? Здесь видели последователей Ареса. Хочешь, чтобы я убил последователей Ареса? Всех их! Я этим займусь. Ха! Прекрасно! Можешь предоставить это мне. Найду укрытие. Ah!
теперь заберу приз. Элла! Ты вернулся! Дело сделано? Они мертвы. Все до одного. Отлично! Спарта перед тобой в долгу. Держи. Я довожу дела до конца.
если заметят, мне не сдобровать.
Нет, не сегодня. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Сейчас!
Thank you.
Αλόκο τον Ταμάλα. Αδύνατον εστί. Διατίου δύναμε κοινήν, έφρυξα! Помню, как я начинал свой путь. Не скучаю по тем дням.
Термопилы. Говорят, здесь нельзя пройти, не испачкав ступни в крови. Закрой глаза, и ты услышишь предсмертные крики отчаянных храбрецов, погибших в бою. В тот день их голоса замолкли, но легенды о спартанцах будут жить вечно. Мы здесь не ради бесед о мертвых. К чему ты клонишь, Геродот? Битва при Фермопилах еще в наших сердцах. Но только здесь можно ощутить всю горечь. Мертвым уже не помочь. Меня волнуют живые. Достань копье. Копье? Зачем? Мне нужно кое-что знать.
Геродот! Я цел. Легенды правдивы. Это копье Леонида, царя-героя. Где были союзники Спарты? Среди греков не только спартанцы желали дать отпор Ксерксу. Многие были готовы сражаться плечом к плечу с Леонидом и его воинами. Но когда великий царь увидел в их глазах страх, он отправил их домой. Это не храбрость, а безумство. Предсказание Пифии гласило, что персы лишат Спарту либо свободы, либо царя. Леонид сделал свой выбор. Что стало с Леонидом после той битвы? Ксеркс славился тем, что чтил воинов, отважно сражавшихся против персов. Но Леонид настолько его разгневал, что Ксеркс отрубил ему голову и насадил на пику. Затем, в суровом бою, спартанцам удалось вернуть останки царя. Теперь он покоится там, где должен. В Спарте. А что стало с предателем и Фиальтом? Ксеркс заплатил ему, но одна измена влечет другую. За его голову назначили награду. Он умер, так как жил трусом. Ты знал, что так будет? Я не знал, но предполагал. Есть место, которое мне кажется мифом. Казалось. Необычная постройка на острове Андрос. Странные рисунки на камне, не похожие ни на что. Ты хочешь отплыть на Андрос и показать их мне? В своих странствиях я слышал о древней цивилизации, о народе, что был до нас. Твое копье связано с тем местом. Ты говорил про народ, живший до нас. Кто они? Они не боги, но жили намного дольше простых смертных и знали гораздо больше. Я видел рисунки, символы, указывающие на то, что их цивилизация создала людей и дала им огонь. Но Зевс винил Прометея. Да, возможно, его орел клевал не ту печень.